Всем привет, друзья! 3 августа. Наконец-то у нас пошел дождь, ливень. Ну, правда, не знаю, надолго или нет. А то все горит. Замучились уже поливать мы. Вообще замучились поливать. Ну, вот вроде как дождик наш пошел. Вот какой хороший. Пускай идет. Я бы была рада, если бы он неделю шел, этот дождь. Потому что все уже надо срочно дождь. Все сохнет, сохнет. Такие вот дела. Петуньки я обрезала. Все, ждем второе цветение. Все обрезала. Гортензия тоже подрезала гортензию. Вот. На альпийской горке кое-какой порядок навела, поубирала те цветы некоторые. Львиный зев убрала, гадецию убрала. Вот. Ну, он вот что-то он местами, этот дождик. То идет, то потише, то так. Вот, убрала здесь порядок, навела. О, у меня гортензия какая. Это лаймлайт гортензия. Вот она потом розовая будет какая. Надо ее подвязать немножко. Тоже вот поливали. Ну вот, видите, уже маленький совсем дождик стал. Морось мелкая. Обрадовались. Да. Так, это ванила фрайс гортензия. Тоже такая вот. Вот. Недолго мы радовались дождику, да. Ну, может быть, разродится еще. Вот. Так надо все, конечно, поливать. Очень сохнет все. Прям вообще. Помидорам надо вода. Ой, они вроде все спеют, спеют, но все равно надо всем вода. Вот. Такие дела. Розочки мои тоже в этом году не очень себя хорошо чувствуют, потому что тоже сухо. Вон, разрослась тоже как. Это вот роза флорибунда. Тоже второй раз цветет. Бархатцам вот нипочем. Бархатцам нипочем, да. Они цветут и цветут. Вот такая вот дорожка у меня. Незаконченная, правда. Вот. Вот змееголовник еще тоже хорошо себя чувствует. Мне, кстати, нравится змееголовник. Он ароматный такой. Это уже отцветает. А то был вообще голубенький, красивый такой. Вот. Бархатцы, конечно, да, классные. Космея даже, он в этом году маленькая совсем. И то вся сохнет. Она должна здоровая, пушистая такая быть, большая. Крупные соцветия такие. А это совсем малипуська. Вон какая. Так что такие дела. Флоксы вон мои. Здесь вот такие флоксы. Там белые флоксы. Надо вон еще кустарники, стрижку сделать. Вон все такие. Так. Вон эти погорела вся эта. Астильба погорела. Она вообще воду любит. От засухи погорела. Ну ладно, отойдет потом. Вот, может быть. И даже хоста тоже вон погорела. Потому что засуха. Ну ладно, вот на таком коротком видео, друзья, хочу с вами попрощаться. Обрадовалась дождику. Ну, моросит, конечно, но не знаю. Небо, в принципе, затянуто. Серое вон какое. Небо серое. Ну, может быть, пойдет, хотя ветерок вон начался. Ладно, будем ждать, чтобы хорошо. Ну, нам надо, наверное, недели две, чтобы дождь прошел. Засуха вообще, конечно, ужасная. Все сохнет, не знаю. То, что поливаешь, бесполезно. Речки высохли все, воды вообще в речке нет. Это вот мы насос в озеро опустили, оттуда вот и поливаем. А речки все пересохли. Это бесполезно. Так что вот.
Все, мои хорошие, на этом коротком видео я с вами прощаюсь, но ненадолго. Потом снова с вами встретимся. Все, всем здоровья, хорошего настроения. До новых встреч. С вами была Марина. Пока-пока.